Я знаю, что вчера было такое интенсивное, несколько э, часов работы, и я надеюсь, вам понравилось. Помните, мы говорили о э, развитии общины, о как строится община, функции общины, и что все начинается, фактически любая община, любая община, она начинается с семьи. Да, начинается все с человека, с призвания. Как э, э, Авраам был призван... И Бог сказал ему, возьми свою семью да, и выйди в землю, которую я дам тебе наследником твоим. И поверил Авраам, написано, поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Оттуда начинается это призвание, оттуда, откуда мы услышим голос, то есть с небес. Если мы знаем это призвание, мы знаем, что мы будем делать. Практически, да. Но, но, как мы говорили уже в случае с Моисеем, когда он встретился с горящим кустом, и Бог его призывает. Сначала Бог ему открывает план свой о том, что он идет, наконец-то, уже достиг э, вопль Израиля к его ушам, и он идет освободить евреев или Израиль из плена. Помните, да, из, из дома рабства, иду я вызволить Израиль. Я думаю, что эти слова обрадовали Моисея. Вот я как и каждому из нас, когда Бог говорит, что вот я иду спасать твою семью, то есть а, твоих родственников, твоих близких и родных, и ты думаешь, слава Богу, нечего мне тебе сделать, Бог сам все решит. Но следующий стих, Бог обращается, говорит, иди, я посылаю тебя, и я буду с тобой. Другими словами, Божья милость и благость, она сопровождает человека, когда он решает следовать за Богом. И здесь э, очень важно знать, что Бог обещал Моисею быть с Ним. Когда идет призыв э, даже в семью, вот молодые люди, хотят жениться, за, замуж выйти, да, то вы должны знать, что Бог будет с вами. Будет ли это легко в семье? Нет. Так же самое, как и в общине. И э, об этом говорит Брихаташа и говорит о том, что отношения Ишуа да, к его невесте, то есть его общине, да, такие же тайные, как отношения между мужем и женой. Это Бог их как бы сравнивает, отношения в семье, чувства, и развитие с теми чувствами, которые Ишуа хочет развить, и Бог хочет развить с его общиной. И мы говорили вчера об исходе, и это очень интересно, но если вы запомнили, мы вчера говорили о некоторых моментах. Это э, качество, да? Вот э, мы говорили о развитии лидерских навыков. Мы говорили о том, что нужно иметь личные качества верующего человека такого, такие как трудолюбие, да? Потом, э, потом сп, э, справедливая, трезвая самооценка. Э, и сейчас мы говорим о непоколебимой нравственной, духовно духовном устройстве человека, непоколебимом, это В, непоколебимом нравственном и духовном устройстве верующего человека. Э, развитие в, 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 общине, оно идет как бы э, быстро, и фактически лидерские навыки, навыки э, для того, чтобы вести общину, они основываются на, на некоторых факторах, и один из них это непоколебимое нравственное и духовное устойчивость человека. Что я имею в виду? 1 Коринфянам 16, 13 говорит, «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Фактически, эта же, эта же часть относится и к Моисею, потому что написано, что не было такого, как Моисей, кроткого, как Моше. Он был кротким человеком, и Бог называет его другом. Он называет его, имеет особенное отношение с Моисеем. Моше имел эти чувствования, и он фактически был всегда на страже, бодрствовал. Он всегда стоял в вере в Бога. Потому что то, что происходило во времена Исхода, да, это целая большая семья, которая выходила. И каждый выходил с собственными проблемами. Я хочу вернуться, конечно же, к Моисею. Интересно, что начинается, вот мы говорим, мы говорили о том, что начинается это путешествие Моисея в египетскую страну с тем, что Бог говорит, что я буду с тобой, да? Он идет туда и думает, что будет легким исход. И мы помните, что первый, когда он первый раз пошел к фараону то э, его отправили ни с чем, почти заставили работать больше, и весь народ поднялся бунт, э, бунтовать. Кажется, то, что мы о чем мы вчера говорили, э, о том, что каждый раз, когда ты добрыми намерениями делаешь что-то доброе для общества, оно может оказаться в, пойти в обратную сторону, По, против тебя это пойдет. Но Ты должен стоять в вере в том, что Бог тебя послал. Дальше мы видим, что народ он уже будучи при исходе, выходя из египетской страны в радости, с весельем, они дошли до черного моря. До черного не дошли, до черного точно, до красного моря и там совершили и переход, где Бог явил свою чудную, чудную милость, да, вот благословение. И что интересно, Бог начинает общаться с Моисеем, говоря о том, что Что в этот э, из, день исхода, он должен быть исходом по вере. О чем это? И каждый человек, который должен был э, ну, хотел выйти из дома рабства, он должен был поверить простым вещам то, что сказал Мо Моисей. Потому что Бог обращается к Моисею и говорит: Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Вот то, что я хочу, чтобы ты сделал, скажи э, 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 израильтянам, Пускай возьмут ягненка, они должны его зарезать, кровь помазать на косяки. Это будет у вас Пасха, песах да? Это у вас будет Пасха Господня. Вот услышьте меня, пожалуйста, что для общины есть руководство Божьей милости. Община не рождается из, из, извне, из ниоткуда, больше сказать. Община больше рождается так, когда они проживают какие-то трудности и, и а, какие-то тяжелые времена. И когда Бог высвобождает их на новый уровень, особенно Он говорит о том, что есть особенный праздник, как Песах. Как и у евреев, они празднуют этот Песах как выход из Египта, так и у многих христиан, они тоже празднуют Пасху. И все заключается в одной вещи. Мы были рабами, и Бог нас освободил. И оттуда как бы вот это, это старт начинается для любой общины мессианской или церкви. Оттуда начинается этот, ну, жизненный путь, потому что без познания еще Мессии невозможно как бы примкнуть как, к общине, либо к церкви. Можно, конечно, если будешь просто корыстным но фактически настоящая жизнь начинается так, когда ты принимаешь Ишуа личным спасителя по вере. Как и тогда нужно было по вере помазать косяки крови, так и сегодня по вере нужно принять, что страдание Ишуа Мессии на Голосу Кресте относительно Исаии 53, оно действительно действует и сегодняшний день. И почему евреи празднуют этот праздник до сегодняшнего дня? Потому что он говорит, когда твой сын спросит тебя, что это за праздник, ты должен сказать, мы были рабами, и Господь сильной рукой своей освободил меня и нас из Египта. Это, мы, это каждый год, из года в год. И для верующего человека, для общины особенно, мы это вспоминаем через хлебопреломление, где мы вспоминаем о страданиях Мессии Ишуа, потому что он умер за, за общину, за церковь, за, за общину. Если мы часть этой общины, мы должны помнить, что... Праздник Песаха ⁇ это как начало новой жизни для каждого, человека, как бы исхода из, э, из тюремного рабства. Но все же, разве у нас э, все так легко, как у евреев было? Все как у евреев точно было, но не всегда легко. Мне кажется, вроде бы верующие люди, собрались в разные общины или церкви, должны иметь одни мысли, одно одно, одно стремление, одни, одни помыслы и э, одну страсть по Богу. Но фактически, если так углубиться, у каждого человека есть свой характер, и э, каждый мыслит по, э, по состоянию своей распущенности. То есть то, что было за, заложено до покаяния. И э, Бог хотел Израиль избавить от того, к чему они привыкли в Египте. И поэтому они приходят э, на, на гору, э, где они должны были поклониться Богу но этот исход был очень тяжелым, потому что дальше мы видим, что перейдя море, они воспели песню хвалы, хвалебная песь мирем, да, она говорит, как какой великий Господь, как все чудно было, как велико это было, чудесное избавление, и вдруг песня заканчивается, проходит три дня, три дня пели, и жажда наступила. Что происходит? народ начинает что? Роптать. как с чего это? Вроде бы правильно идем. Вроде бы хвала и поклонение, песни идут. А почему? Потому что плотские, э, как бы сказать, плод требует свое. Жажда и жажда. И, конечно, с, с жаждой приходят вопросы. А разве Богу э, нельзя было нам дать ручье какой-то, чтобы вдоль ручейка и Когда хотели попить водички, взяли себе водичку, попили бы. Но нет, именно здесь испытание идет, испытание верности Богу, вера, что Бог ведет нас в землю как обетование. И как часто бывает в, в, общинах, служениях, домашних группах, в служениях общины, в том, что какой-то период времени, может быть, такой засухи или же и так далее даже хотя бы поем песни хвалебные там вроде бы все хорошо избавил Бог нас от всякого э, ярма и трудности и так далее и вдруг в этот момент мы понимаем что мы в пустыне и нам жажда что-то что-то нет воды что-то э, э, старший служитель мало дает нам э, живой воды что-то мы иссыхаем здесь что-то у нас не не то и начинается э, э, ропот ропот и и как бы бунт, бунт. что-то э, жидковато сегодня было, сегодня какое-то слабое прославление было, или слабое слово было, что-то он изжил себя, что-то так сухо-сухо, да, вот этот. И вопрос не того, что сухо он преподает, а то, что мы чувствуем себя уже на таком пределе, что мы не наполнены чем-то. Вопрос ропота всегда стоял ребром. И Писание говорит о том, что чтобы мы не возроптали, как те в пустыне, чтобы мы не, возопр... не роптали. В чем этот ропот может выявляться? Какие люди вокруг нас? Что преподается? Как оно ведется? Каким путем мы идем? А может мы заблудились? А может быть неправильно мы избрали? Нам нужно понимать, что то, что мы делаем в общине, это в первую очередь приз... мы призваны Богом быть в этой общине и двигаться к цели, которую Бог для нас определил. Для каждой цели, это может быть церковь, община, домашняя группа, она должна двигаться к целям, которые Бог нам дал. Но видите, если три дня, 40 дней нужно было пройти, да, и оно показалось 40 лет, то вопрос сегодня, что мы делаем с, этими, с этим временем, которое у нас есть впереди? Что мы должны делать? И фактически, что делает Моисей? В этот момент, когда народ возраптал, он начинает молиться Богу. Потому что он понимает, что настоящий источник живой воды может дать только Бог. Может только дать Бог. И когда появилась, они увидели эту воду, то вода была горькая, то есть неприятная на вкус. И опять же Моисей начал молиться. То есть мало того, что бывает так, что служители, пастора, лидеры, они уже имеют, как бы, ну, понимают, что люди жаждут, и какая-то какая сухость приходит. А чаще всего некоторые, конечно, обращаются к Богу, чтобы получить свежую воду, обращаются к пасторам, служителям, что делать, как делать. И если не обращаться, не уповать на Бога, то мы ничего не сможем дать. Но когда даже мы, обращаясь к Богу, получая какой-то ответ, какой-то вот, ну, поток, который может помочь людям, иногда получается так, что этот поток похож на горькую воду. Которые людям не очень нравятся. Не очень нравятся домашние группы, э, выход из положения. Не очень нравятся какие-то программы, которые э, э, ну, запускаются. И мы начинаем думать, ну это не то, что нужно, что-то какой-то вкус не тот, это не то, к чему привыкли. И э, здесь важно, чтобы лидер и каждый из человека вообще, кто чувствует себя, тот, кто ну, вести, вести за свой людей, э, уповать полностью на Бога. И что интересно, этот э, э, дерево, Моисей увидел дерево чтобы, э, и кинул это дерево в воду. И воды стали какие? Сладкими. То есть не тоже сладкими, они стали приятны для того, чтобы пить. А, э, разное можно говорить об этом, но очень важно, что, чтобы помнить, что без э, проповедь или же э, послания в мессианских общинах, без послание Креста Голговского, оно будет горьким. Услышьте от меня. Я как бы все понимают, что я говорю сегодня об устройстве и развитии общины. Поймите, что люди всегда будут роптать. То есть если сегодня не то, завтра третье, четвертое, пятое. Если идет сухость, то есть сухое послание, какие-то еще вещи, может пойти вода. Особенно очень часто проявляется такая вещь, как иудизация такая, иудейские какие-то особенности вовлекаются в мессианскую общину. Когда я читал Дэн Джастера, его последнее как бы, обращение к мессианским общинам, такое было интересное послание, потому что не все, что иудейское, нами применяемо, и не все, что иудейское, имеется в виду, как раввинистического иудаизма, возможно, применять на сегодняшний день. Там очень много хороших вещей есть. Амида, шахари, да, молитвенная вечерняя молитва, утренняя молитва под Маснор и другие послания, которые ты читаешь как молитвенник, чтобы иметь контакт с Богом. Но не все то, что иудейское, применяемо, может применяемо быть в мессианской общине. Многие думают, что если мы больше сделаем иудейского, внешний вид, какие-то обрядности и все остальное, оно будет очень насыщенно, очень приятно, и все евреи особенно придут в мессианские общины. Вот так вот резко, да? Не будет приправлено послание не только как бы водою, да? но, как бы вот, но и посланием Христа, которое фактически чуждаются евреи. Потому что для них это еродство, проповедь Евангелия. Что такое умереть на кресте и так далее, что такого, может быть, и не было. Некоторые говорят, ну, даже и было, но он не Мессия. Нам нужно верить в то и знать, что, что без Голгофского креста не могло быть и жизни. Вы замечали, что многие церкви или же верующие, они стали социальными церквями. Особенно на Западе это социальная церковь где вы тебя выслушают, дадут тебе даст консультирование, но жизненное послание о кресте, о страдании Мессии на кресте и что победа фактически произошедшая на Голгофском кресте – это наше оправдание – это как бы уходит из послания. И так называемые тайные тайные ученики даже тайные искатели и чтобы не их не а, как бы не обидеть и, а, имя бога или Иисуса или Шуа а, или там страдания Голгофского креста оно у, а, упрощается уменьшается там просто есть а, проповеди как быть хорошим человеком что можно сделать в жизни чтобы измениться и некоторые места Писания чтобы ободрить людей это направить я верю что это не не общинское э, развитие. Это просто социальный клуб, люди, люди, которые ищут какой-то эмоциональной или э, душевной э, такого, свободы и, как и, так, и как далее. Я верю, что э, вот то, что сделал Моисей, выходя из э, Египта с народом, он образовывал народ, делал общину, которая будет действующая. Очень серьезная вещь. И дальше мы видим, что Бог выходит Моисею навстречу. И они возрадовались, они, Бог снабдил их ответом, они были довольны. Но вот прошло еще время, проходит еще некоторое время, они проходят одну пустыню, заходят в другую, и опять люди начинают роптать. Нету мяса, да, нету хлеба. И это как стадии в развитии общины. Сначала нужно воды, потом нужно воды вкусной воды, потом не хватает пищи, нужно хлеба, дайте хлеба. Ни одним хлебом будет сыт человек, но каждым словом, которое исходит из, из уст Божьих, если не ну, делать общину как бы таким социальным клубом, но ну, мы долго не протянем. То есть очень часто делается так, что вот сделаем домашние группы, либо какие-то еще группы или церкви. Где будем кормить бедных, голодных, и, и таким образом мы даст, э, покажем им любовь Миссии. Э, не проповедуя Евангелие. Вы слышите, да? Значит, часто это происходит, и люди привыкают к тому, что им дают хлеба. Забираешь хлеб, все, они туда не будут ходить. Не одним хлебом будет суть человек, но всяким словом, которое э, исходит из уст Божьих. Вот э, насыщенность с этот, этим хлебом небесным, и Иешуа говорит, я есть хлеб сошедший с небес и едущий меня э, этот хлеб будет жить вечно то есть приправлена община должна приправлена быть именем мессии Ишуа. то есть должно быть постоянно говорится о том что он сделал как он сделал и это соединительная часть в каждой общине а потом мы видим следующий робот подъем бунтарей который говорит о Теперь разве только через Моисея? Моисея Бог говорит, мы тоже можем быть такими же пророками, как Моисей. И мы видим, что здесь идет такой, как кинут вызов дарам свыше. Да? То есть, если брать по, -по, -по Евангелию, новый Брихаташа, дары Бог дал в общину, чтобы назидать общину, чтобы эти дары, которые будут действовать внутри общины, помогали возрастать людям в этой общине. Дары никогда не давались вне общины. Вы заметили, да? Если вы посмотрите, дары не даются вне общины. Дары даются внутри общины. Но Бог дал Моисею и Арону дары, мирем, как бы пороческие дары. Но здесь поднимается другое не поколение, а другие люди, которые кидают вызов Божьему, Божьему дару как и сегодня получается в многих общинах, церквях, где люди поднимаются, кидают вызов тому, что происходит, например, в наслужениях молитвы или исцеления, или как бы вот встречи с Богом, да, мы говорим, Пануэл, и пытаются стать на ту сторону, как мы называем Корея, и что только и, через нас Бог говорит, то есть через нас слушайте, хотя это, это бунт, там именно взять место Моисея и быть руководителем всей общины. И Бог не благоволит такому захвату. Фактически, и даже если был бы, ну, пере, передел бы власти, которые там, то нужно надеяться на Бога. Ответ от Бога должен приходить для общины. Кто будет следующим служителем, лидером, кто будет вести общину. И я хочу заметить, что Моисей э, в 40 лет первых провел в царских палатах, да? э, учился, может быть, и быть э, ну, принцем Египта, как мы так часто говорим. Да? Такое. Он оставил все привилегии, всю учебу, может быть, и всех этих богов, и все остальное, пошел, хотел страдать с, со своим народом. Но на самом деле первых 40 лет, которые после э, побега он провел у своего тестя Ефора. И кем он был? Он был пастухом. Очень, очень удивительно, очень интересная вещь, что он был пастухом. Почему не, не к, э, ну, там, колодцы не выкапывать? То то, что он делал первый раз. Дополнительно да, да, освободил э, и, да, э, колодец для того, чтобы э, напоить э, скот и фора. Вот почему такого не было, да? Почему не не, не копал эти колодцы? Может, почему не каменотесом? А именно пастухом сказать так зарабатывали эту жизнь так жили но я думаю что это не случайность потому что фактически опыт 40-летнего пастуха довольно уникальный уникальный если вы посмотрите то как бы писание сравнивает общину господню да с овцами и, и шо говорит Овцы мои знают голос мой и следуют за ним, за чужими не идут. Что это значит? Что фактически действительно голос пастуха и его забота, его знание о пастве помогает ему по жизни, то есть знает, что делать с этими овцами. И Моисей применяет те же самые принципы. Однажды один человек... Я просто зачитаю, мне просто понравилось его выражение. Это был Кеннет Хейген, когда он был еще маленьким мальчиком. Если вы знаете только Кеннет Хейген, это учитель веры, он уже сейчас с Господом. И вот когда он получил свое исцеление чудесное от Господа, он пришел в церковь баптистов и там слышал учителя, который говорил очень много о Учил, как поступать, что делать и так далее. И он говорит, я я спросил его одного, ну, кто был посетитель в церкви, который гость был. А вы пастор? Он сказал нет, я не пастор, я учитель. Затем я сказал, вы замечали когда-нибудь, что в Евангелиях от Матфея говорится, что Иешуа сел, шел в города из, из села, уча в синагогах проповедуя Евангелие Царства, исцеляя все виды болезни и немощи. Дальше говорится, что он видел толпы, и они вызывали у него жалость, потому что люди блуждали, как овцы без пастора. Затем здесь я, я не говорится здесь, а, извините, затем здесь не говорится, что люди блуждали, как овцы без учителя. Он, он кидает вызов этому э, человеку. Говорит. Здесь говорится, что овцы блуждают э, как э, без пастора. Учителям не нужен. Им нужен пастор. И вот здесь этот, такой, этот момент как раз меня под, ну, подвинул к тому, что Моисей имел способность и умение пасти овец. И он приобрел эту способность. И фактически эти же эти навыки он применяет к Израилю. Как вести его куда вести, на кого взывать. Фактически, если какая-то вещь происходит, овцы болеют или что-то происходит, не только можно лечить, но нужно молиться к Богу, чтобы он помог в, это, в этой ситуации. И вот очень интересные вещи. Ишуа говорит о том, что обращается к служителям общин, да, о том, что, чтобы вы пасли Божье стадо, как, ну, не надзирая на нем, а с таким трепетом, с особенным подходом, э, не господствуя над ним, не ради наживы. Другими словами, э, он сравнивает э, лидера э, общины, как Моисея, да, вот, с тем, что у него было, должно быть кроткое сердце, ищущее Бога. И, э, э, и говоря о том, что фактически у вас будут все проблемы, которые вы хотели бы увидеть. У вас все проблемы будут. Но вы должны посмотреть на, э, на том, на веру Моисея, посмотрите на действие Моисея, что он делал, как он делал, и фактически иметь этот образ, да, такой как как заботы о народе и э, законы, которые Бог давал, и э, даже гнев, который был у Моисея, да, когда э, был ненавистник идолопоклонничества, даже пролитие крови, но нам не нам не нужно проливать кровь, мы должны просто быть ревнители о Боге, да? разве что на обрезание кому-то сделать. Сердечная. Да? <laughs> вот этот момент очень э, уникальный, потому что очень часто, когда я читаю э, литературу э, различными э, учителями написанные от, о том, каким должен быть лидер, я понимаю, что под многие э, эти функции я не подхожу. И многие, э, 90% людей вообще не под эти функции быть лидером э, не подходят. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Но удивительно, что... И даже если Моисей, будучи лидером общества израильского, да, но Бог ему говорит о том, что, о том, что то, что ты получишь от меня, то есть от меня с небес, относительно ковчега, построения скини, всех жертвенников и одежды и всего остального, ты поручи людям искусным, и я покажу им это. То есть в команду включаются тоже лидеры. Особенно интересный момент, когда Ефор приходит к Моисею и видит, что он сидит от, с утра до вечера судит людей. От с утра до вечера судит людей. И он говорит, подожди, так нехорошо, не, не, не хорошо, так угробишь себя. Зачем? Ты, ты нужен Богу. Сделай по-другому. И дал ему совет. Этот совет, он был очень интересным и действующим. Фактически это то, что часто христианские церкви и, и разных точках земли применяют для домашней группы десятки, пятидесятки, сотки, да и тысячи, то есть как бы управление. Может быть, это легкое управление, но вы должны понимать, что человеческий фактор всегда работает, и кто-то лучше дело проводит, кто-то хуже. И э, вот проявление это, этого э, того, что мы хотим вас научить здесь, это понимать, что община – это то место, где люди развиваются. И, и имея какие-то способности, нам нужно развивать эти способности. Мы говорим «непоколебимое нравственное духовное устройство человека». Если человек новообращенный, да, и он пришел в общину, то Писание говорит, новообращенных не ставь, то есть не, не, не поднимай, не ставь их в служение. Почему? Потому что они еще нахватавшись вот это мирского, то, что в Египте они вернутся с собою. Всего лишь несколько времени прошло, как они остановились у горы Синай, Моисей поднимается на гору, 40 дней он отсутствует, приходит вниз, и, 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 и еврейское общество создало себе идола. Почему? Потому что а, они этот образ принесли из Египта, что нужно иметь какого-то а, какой-то Тельца или же божество, которому уже поклоняться, а с Моисеем мы не знаем, что произошло. И для молодых, которые только недавно пришли в, ну, к веру, и даже если он еврей, он знает все как бы талмудические еврейские писания, как бы всю практику и так далее, нельзя ставить его на служение, потому почему? Потому что внося как бы какие-то а практические вещи, эти вещи, они, они могут не вклиниваться в веру, которая, которая оставили нам апостолы и пророки. Вот этот момент очень, очень интересный, потому что дальше написано 2 Тимофея 3.14, «А ты пребывай в том, чем научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». При том же, ты из детства знаешь священное писание, то есть Тору, Которые могут умудрить тебя во спасении веру в Ишуа Мессии. Все Писание Бога вдохновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Другими словами, здесь обращение Павла идет к Тимофею в том, что смотри, у нас уже пройденный путь, который сделал Моисей, получив от Бога Тору или же десять заповеди и повеление которое делать как служить каким образом да, что приносить жертву какие э, наши доход уже по, наше поведение быть смотри изуча это потому что уж уже все создано моисей как был говорить, Рабе, э, э, Моше мо ну, великий э, учитель он провел израиль через эти эти трудности и мы можем из этого опыта приобрести э, опыт для того как вести людей которые в нашей общине Фактически оно много что не, не менялось. Дальше, 1 Петра 1.5. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Добродетель рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Очень много, да? И теперь, спрашивали Ишуа, какая, какая из, из заповедей самая близ, ну, большая, самая важная, самая большая. И ответ был, конечно, правильный, Шма Израиль. Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог один есть. И потом он добавляет, и подобное ей, возведу ближнего, как самого себя. Что это значит? Что между э, возлюби Господа Богом Твоим сердцем своим, и всей, э, разумением, всей крепостью своей и ближним как самого себя, есть э, вопрос личности, то есть человека, который стоит между Богом и ближним. И здесь, как раз э, Шиман, то есть Петр говорит: что прилагая к всему все старание покажите вере вашей, вере в Бога, покажите что начинает добродетель то есть что такое добродетель ну понятно как бы очень просто добрые дела то есть мы говорим благотворительность делать благое дело людям нуждающимся и мы видим это в законе моисея чтобы если ты э, жнешь на поле своем оставляй край поля если собираешь э, виноград оставляй часть для кого он нужен для птиц для тех, кто бедные, например, у тебя, либо странники. То же самое и в Новом Завете, то есть в общине Нового Завета практикуется тот же самый принцип. Добродетель должна, да, должно присутствовать в жизни человека. В добродетели рассудительность. То есть рассудительность в чем? Израиль тоже был рассудительный. Они в первую очередь помогали своим. Те, кто еврей, вот если твой брат обеднеет, да, не не там, как бы не укращай свои руки, то есть не не удерживай, помоги, то есть зависимость друг от друга. Евреи помогали еврею, еврей еврею, еврею брата. Да, мы поем песню, мы, это, мы должны помогать, это было связано одно с другим. Здесь этот принцип. Ну, ну, как бы, в брихоташа вкладывается тот принцип, который происходил после исхода. После, после исхода. Те же самые принципы. И особенно здесь интересно, что дальше э, 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 Петр говорит о том, что в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия. Благочестие, то есть благочестие, то есть держать тебя в чистоте в порядке, как, как по Писанию, да, если быть очищенным, быть, приносить жертву за, за, за свои повинности. Но мы понимаем, что в, Ишове, в Новом Завете мы уже опрощены через кровь Ишуа Мессии. И осознавание своего греха по вере мы обращаемся к Богу, что Он простил, простил наши грехи. И это в сегодняшнем иудаизме также само действует. Нету сегодня храма, нету жертв, как же и евреи выживают путем веры. То есть они верят, что и, и прося прощения, приводя к чему, то есть к осознанию как бы покаяния, они получают прощение по вере. Конечно, они там, как пород, они делают там на, на, на нем кипур, они еще, конечно, обязательно еще возьмут курицу или петуха и вокруг себя там как бы покрутят. Этого в Писании нету. Вот этот, этот, этот иудаизм, этот как бы, а, по, пост а, такого а, храмовый иудаизм, где уже нет как бы нету храма, нету жертв, нету а, как бы ну, жертв за грех, то как чего, чего что делать, да? У мессианских евреев был ответ, он и он говорил так, что вера в Иешуа Мессии вот через, эти, через эту веру, через исповедание прощаются грехи если мы на самом деле это осознаем. И также самое нужно было осознать грех, когда ты приносил э, жертву за грех, да, должен был осознать этот грех и принести. В данной ситуации с, э, э, с иудаизмом, с, с, с современным иудаизмом, Происходит вроде бы то же самое, там тоже действует вера, они научили свой народ, ты веришь, что Бог Авраам Цахекова при твоей шуве прощает тебя, но вдруг происходит, что нужно бы курицу над собой помотать, к чему это? Вот это знаете, как суеверие, у нас у многих христиан есть тоже суеверие, не свести дома денег не будет, да, там забери ключи да, со, со стола, Это что-то еще какие-то такие прибамбасы. В, э, это не должно э, даже ну, понимание быть в этом, у, у, у верующих людей, потому что идол в мире ничто, абсолютно. В этом Писании говорит, мы не можем поклоняться этим вещам, суеверию. Там ключи, там кошка, ведра и все остальное, да? Хотя в иудаизме современном, в иудаизме там тоже какие-то суеверные вещи есть, да, там в, в разной общине в разные ви, э, ситуации. Поэтому кто может смотреть под, э, нас по CD или там э, по, э, в прямом эфире сейчас, то они могут сказать, ну у нас там в, в синагоге нет такого. Ну, по, 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 посмотрите за людьми там еще, кто там носит эту, э, как это, а? Ему лето, еврейский, муса, масхамса. Хамсо, хамсо. <laughs> Она, это как бы все даже христиане думают, о, это еврейский значок, надо его одеть, как бы это все. Конечно, и там кто, в старом городе любой его сплавит, чтобы только заплатил деньги. На самом деле это амулет против сглаза, да, еврейский такой, чтобы против злых духов. Кто его создал, кто его придумал, но это никогда не был еврейским знаком, как бы еще все остальное. Вот этот момент. То есть, как бы там, как бы идет вот как рука, да, типа такая с, с, глаз, с глазиком таким. Но как бы, но вопрос не в этом. Вопрос, немножко в других вещах вопрос того, что мы должны быть рассудителями между а, люб, возлюбить Бога твоего всем сердцем и всем разумением твоим и, и, и между тем, что а, ближе твоего, да, существует этот, это, это, а, как бы сказать, действие. Ты, ты, ты стоишь. И ты должен э, обращать свое внимание э, внутреннего человека как, как отношение к Богу и к человеку. То, что п, начинал делать фактически Моисей, эти э, нравственные законы, законы подслушания, э, жертвоприношения, служения перед Богом, они назначались в двух плоскостях отношения с Богом и человеком, чтобы мы не передвигали межи, чтобы мы, э, как бы, не крали э, чужих жен, будем говорить так, не волов, овец, не переместили межи, а, и, ну, и, там сотни таких еще моментов маленьких, там 613 митцвот, которые фактически невозможно исполнить, но если стараться очень сильно, по благодати Божьей можно жить в двух, в двух этих заповедях, в к Господа Бога твоего и ближе к самого себя. Я верю, что этот момент очень э, критический качество и содержимое программ развития лидерских навыков. смотрите я, очень часто мне предлагают разные книги как улучшить свое лидерские навыки, как руководить, как, как действовать скажу одну вещь: община любая община, то ли это церковь, то ли это община иудейская либо это мессианская община, а это не поле бизнеса, это не бизнес. Если кто-то руководит своей общиной как бизнесом, то это это горе, потому что разные абсолютно принципы бизнеса и служения в в, в общине. И это это четко должны понимать. Но все-таки навыки они всегда при, приобретаются. Ученичество никогда не закончится. Фактически, ученичество, оно все будет продолжаться. То, что происходило у Моисея э, в, в, в пустыне, это было ученичество, которое длилось 40 лет для Израиля. Они учились, во-первых, как бы были в заповеди, да, а еще была практика, практическое применение заповедей Господних. Мы очень часто думаем, что вот так мы только пришли к Богу, познали его к Мессию, и что мы читаем Писание. И вот так должна вот жизнь измениться, мы станем святые. Мы святые по принципу, но не по факту. Вот, понимаете, в нашей жизни. Потому что Писание говорит о том, что мы что согрешаем. Кто не согрешает, не согрешает слове, то человек совершенно могущий обуздать все тело. Есть ли люди здесь, которые не согрешали? Согрешают. Да? Если не словом, то делом, если не делом, то мыслями. Но вопрос здесь очень, очень четко стоит в том, что осознать в том, то понимание, что ты зависит полностью от Бога и обращаясь к Богу, как и в Новом Завете, так и, так и в Танахе мы видим зависимость человека от Бога. Там нужно было по вере приносить жертвы за, за твои преступления, здесь по вере нужно исповедоваться и осознать свои грехи и не делать этого всего. Суть, как бы, как бы образ общины в пустыне и сегодня прообраз общин тоже в этом мире, как в пустыне, да? Они как будто на одном уровне стоят. Мы, мы не мы нетреклис, мы не, а десяти не трек, не заповедях. Мы так их продолжаем, как у наши уставы. У нас внутри общины, оно сознательно, подсознательно, оно остается те же самые заповеди. Они не отошли. шли, но так же и другие есть а, а, заповеди. Теперь Тимофея 4:13. Доколе не приду занимайся чтением, наставлением и учением. Интересно, да? О чем это говорится? Доколе не приду занимайся чтением, наставлением, учением. А? Очень важно, особенно центром э -э -э, иудейской э жизни стоит изучение Тора. Хабад или же а, 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 хасидское движение, больше бы говорить так, а, хабад это как бы одно ответвление из хасидов, но хасидское движение, оно было устремлено на то, чтобы изучение Торы становится центральным жизненным аспектом твоей жизни. Центральным. Что от от, от, источ, от, от, от того, как ты знаешь Тору, это будет источник твоей жизни. Извините, пожалуйста, а нам Рав Шаул говорит Тимофею еще 2000 лет назад почти об этом. Чтобы э, мы э, Тору изучали, чтобы мы изучали слово. И учение должно быть. Поэтому э, не удивляйтесь, что у нас будут одни классы, другие классы. Что-то еще будет происходить в общине. Для чего? Для того, чтобы изучать и быть в, в движении изучения э, Божьего Слова. Это, это, это ресурс, это то, что нужно. И э, я сегодня мне зачитали одну интересную фразу, что один из равных э, видных раввинов э, времени вот, э, говорит о том, что Холокост, который пережил еврейский народ, он э, произошел по двум причинам. Первая, первая причина, это его личное сомнение, мнение, что э, из-за того, что они захотели быть э, э, социалистами. Ну, да, нет, нет. социалистов, то есть и независимо от народов, то есть отделиться от, от всех народов, и он возмущался, потому что целью сионизма, да, вот было отделиться от всех народов независимо сделать свое государство, чтобы не, не быть никаких как бы отделения такое сделать, как бы чистоту сделать, такой, как бы это, такой, национализм такой, национализм. И другой, это с другая, социализм, то есть быть со всеми друзьями. И он говорит, они забрали Тору из центра своей жизни, поэтому получился социал-национализм у них. И за это фактически он так считает, что еврейский народ перешел через это трудное время Холокоста. Это личное его мнение. Но вы знаете, что многие-многие раввины, Именно э, чувствуют, что для еврейского народа и вообще, как бы, в общем, я, я там с этим согласен, центром жизни должен быть э, Бог, который мы узнаем через Писание. Через Писание. Ишуа сам говорит, вы хотите достичь небес, то есть э, жизни вечной. Читайте Писание, то есть изучайте Писание, а эти Писания говорят обо мне. И когда мы говорим об э, устройстве общины, Одно из ответвлений в общине должно быть изучение Слова Божьего и обучение как взагали. Это может быть семейное, как жить в семье, как воспитывать детей, как работать с молодежью, как вообще привыкать к развитию технологий, что как церковь и технология последнего времени. Вот эти, эти, эти все возможности нужно использовать. Поэтому вы не удивляйтесь, что необходимо учиться. Например, я из, э, постоянно какие-то новые вещи изучаю, нахожу какие-то вещи, мне интересно это, и я усовершенствую какие-то вопросы в моей жизни. Поэтому я, э, как рекомендую всегда вам, посмотреть, что происходит в, в общинах. Э, и дальше я буду читать. Не, э, не ради пребывающих в тебе даровании, которое дано тебе по прочеству с возложением в рук священства о всем заботься, все пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Другими словами, ты шо, сильно ты не, как бы, не, ну, не спасешь людей, которые видят тебя постоянно возле книги. Да? никто не может как бы, спастись, если человек просто постоянно сидит, изучает и постоянно профессором стал. Люди приходят к Богу, когда слышат. Вера от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. То есть другими словами, ты читаешь, ты слышишь, ты говоришь, и ты свидетельствует. И люди при, принимают это. Если ты не изучаешь, то есть в момент, не просто чтение, послушайте внимательно, мы можем Библию почитать Танах и Брихаташа, можно почитать за год, это реально почитать. Если ты будешь читать три главы в день, ты почитаешь это за, год. Ничего страшного нету. Да? Но, но суть-то же не в том, чтобы прочитать. Тебе, тебе не будет там стоять возле, возле ворот, и ангел говорит, так, сколько почитал, один раз, маловато, что-то не проходишь по списку, да? Там 15, ого, вот это молодец. А 50 раз, но ну, заходи. Не, 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 по, не, по, не по этой причине. Есть атеисты, которые читают Библию для того, чтобы противостоять верующим, чтобы кинуть вызов тем же иудеям, тем же христианам, потому что они атеисты, они просто читают и как бы сказать, выставляют это как посмешище, да, вот такое, что Бог делал, и такое как бы несправедливость. От того, что они начитались и изучали это, не, не, не дала им спасения, не дает им спасения. Фактически дает вера в то, что написано там, изучение, проникновение этим э, действием. И когда община собирается вокруг Писания, вокруг Торы, изучает, исследует, они становятся частью друг друга, они знают, как помогать, как как следовать, как поддерживать друг друга, и это не не не, не часть спора, это ч... или разногласий, это часть, где мы соединяемся в Писанию. да? Когда будучи в Африке мы с Роджером общались, особенно теми, и с нами был один, мы назвали так друг, он не Николас, он белый африканец, то есть он он сам э, родился в Зимбабве, но белой э, белой кожи, это ну, европеец, да? И э, он э, уже давно, как бы, он верующий все такое, и он ну, он новичок в, в еврейской э, культуре, потому что мы преподает все. Он как бы, он любит евреев, так по, как бы по христиански. Там ходит шофаром трубит и все остальное любит. Но когда мы с Роджером начали оспаривать какую одну тему там о браке и взаимоотношения до брака и после брака и вот эти вот моменты, и мы вошли в такой раш такой, знаете, и доказывали. Он на, он на меня как бы, кричит, ты что? Что ты говоришь? Я говорю, Роджер, да ты пойми, что ты, то, что ты говоришь, это абсолютно не имеет никакого значения. Мы так как друг друга, как бы, в лицо. И тот перепугался, христианин бедный, и кричит, стойте, 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 не деритесь, не надо. Мы посмотрели на него, начали смеяться. И Роджер говорит, ты не понял, ты не понимаешь, так в синагогах или в вешивах рассуждают над Писанием. Мы не доказываем друг другу, кто прав, а мы рассматриваем Писание с, разри... с разной точки зрения, пытаемся, как бы вот, ну, отстоять свою точку зрения. Так изучается в вешиве слово. Да? Но они трактуют его или осматривают его не, не из Писания, а, например, из Талмуда или же э, э, рукописей, или же посланий некоторых раввинов, где они ос, осматривают эту точку зрения. И все же э, очень важно обучение для, для каждого человека. Следующее, как бы, может зависеть э, качество лидеров в общине и людей в общине, зависит еще от существенной поддержки лидерского состава. У Моисея был очень сильная поддержка для каждого человека, особенно помните, когда Господь говорит: "Собери народ возле горы". И когда я я я э, позову, при услышите трудный зов, да, поднимитесь, поднимитесь. То есть было приглашение всего народа встречи с Богом. Но когда все это начало происходить, они начали, они сказали простую вещь: Моше ты иди, ты выслушай, и все, что он тебе скажет, передашь нам, и мы будем тебя слушать. Понимаете, да? Мы приступим к этому вопросу дальше, в следующей секции. Мы сейчас делаем перерыв.